Мастерская современного искусства представила на обозрение публики свой новый проект «Дом Дюрера». Он посвящен году Германии в России и призван показать, что искусство не признает временных, пространственных или этнических ограничений. Центральная фигура проекта – Альбрехт Дюрер, культурный герой Германии, выдающийся художник и один из первых теоретиков искусства. Эта фигура объединила вокруг себя современных художников из Иваново и Берлина на маленьком пространстве самовыражения. Здесь мы представляем творчество молодых ивановских и немецких разного возраста и разного статуса художников для того, чтобы показать, что современное искусство и в Германии, и в России, оно как бы чрезвычайно актуально, оно едино, и оно как бы все пространственные границы игнорирует, в общем, и создает общее такое гуманитарное поле. Важнейшая часть проекта – представление уникальной коллекции марок из серии «Альбрехт Дюрер». 69 марок – всего лишь небольшая часть собрания Оскара Койфмана, ректора ГХТУ, некогда увлекавшегося филателистикой. Почти все марки были собраны в советские годы и представляют большую ценность. Коллекционер уверяет, что Дюрер при жизни был искателем правды в искусстве, а сейчас сам является объектом познания и источником истины. Судя по тому, что в любом искусстве, даже классической классике, находят что-то новое, и об этом можно судить о постановках фильмов, о постановках балетов, о постановках спектаклей. Я думаю, что и в Дюрере можно найти все, что вы хотите, потому что каждый на картину смотрит по-своему, каждый видит что-то свое, каждого задевает что-то свое, и каждый внутри себя переживает по-своему то, что он увидел. К обсуждению острых проблем современного искусства публику пригласили жестом, который является основным смысловым акцентом экспозиции. Жесты как знаки переполняют работы Дюрера и являются универсальным невербальным языком общения. В картинах и фотографиях участники выставки по-разному трактовали тему жеста. Мы дали задание или обратились с предложением к русским художникам поразмышлять на эту тему именно в художественном творчестве. Жест и Дюрер. И вот они сделали работы, это были разные работы, фотоработы, вот комиксы мы здесь видим, живописные и графические работы, где каждый по-своему пытался жест как универсальный знак культуры осмыслить. Такой универсальный, что он как бы от Дюрера до сегодняшнего дня не меняет своей сути. Организаторы выставки предполагают, что этот проект может стать очередным поводом для диалога людей друг с другом. Не только диалога художников, но всех, кто пытается постичь правду и смысл. Если разговор получится, то можно ожидать и появления новых форм современного искусства. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.